В настоящее время Новая Ганза стала уникальной площадкой для экономического сотрудничества. Во время Ганзийских дней проводятся многочисленные ярмарки, выставки, концерты, презентации, форумы. Театрализованные представления и другие не менее интересные мероприятия, направленные на укрепление торговых и культурных связей между городами и участниками Союза, в том числе и для Великого Устюга. Проект «Путями торговли праведно» у нас сетевой, который затрагивает несколько иностранных городов и несколько российских городов. И поэтому нам легче всего выходить тогда вот на более высокий уровень с этим проектом. Это не местечковый, да, что затрагивает пол России. Это город Любек, это у нас российские города Великий Новгород, это Старая Ладога, Тихвин, Вологда, Белозерск, Тотьма, Великий Устюг. И поэтому вот Орлов и Владимир Николаевич нам это в этот раз подтвердил о том, что этот проект у нас не забывается. Представитель это России, который вошел в бюро Ганзейское, на следующий год представит этот проект уже на Международном Ганзейском союзе. И думаю, что вот мы можем даже рассчитывать на солидное какое-то получение финансовой помощи. В презентационном шатре Великого Устюга мастера народных промыслов представляли резьбу и роспись по бересте. Также они проводили мастер-классы. Коллектив «Горница» вызвал бурный восторг у публики и стал прекрасным украшением творческой площадки города. Но самое, пожалуй, удивительное и трогательное, как реагировали на Деда Мороза и взрослые дети во время его пешей прогулки по городу. Российские ганзейские дни, как правило, к ним испытывают повышенный интерес бизнес и все главы муниципальных образований, которые учитывались по проведению, да, ганзейских дней в их городах, отмечают положительный момент, что у них мощный приток, значит, в развитии сферы общественного питания, в развитии объектов туризма, все это обслуживающие структуры. Массовый приток туристов, которые они не видели там вообще никогда. То есть для Великого Устюга есть большой потенциал, есть над чем работать. В 2017 году 7-е русские ганзейские дни будут проходить в Тихвине. Великоустюгские специалисты в этот день перенимали опыт организации и проведения мероприятий и смогли сделать выводы о том, как должны быть организованы русские ганзейские дни в 2021 году в нашем городе. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.